Ну что, что у вас там так накрыло в Штатах-то? Русский чуть-чуть. Чуть-чуть русский? А какой у тебя нормальный? What kind of language do you speak? English. Really? Yes. Where are you from? United States, Missouri. Missouri. Missouri, Missouri. Or maybe Missouri. Both. Been there. Missouri is misery. Been there. Я бывал у вас. Знаю. Oh. Okay. It's more misery than Missouri. Yes. You've been here. Yes. Oh, why? We did some project, I believe, in Chaplin. In Chaplin? Yeah. Wait. Yeah. I think that's by me. Yeah, it's nearby you. Ты даже не знаешь, где ты живешь, ёпперсете. Это рядышком с тобой. Ну да ладно. О чем речь? Вы же о чем-то говорите или ни о чем не говорите? Говорим обо всем и ни о чем. А о чем хотите поговорить? А вы где? Я вот с Питера, а вы откуда? Я с Нью-Йорка. С Нью-Йорка? А вы где живете в Нью-Йорке? В каком месте? В Квинсе. В Квинсе. О, бывал там. Даже торчал там у друзей какое-то время, довольно долго. Ну, здесь мне больше нравится, чем Бруклин. Конечно, если честно. Особенно, не дай боже, быть где-нибудь типа как Брайтон-Бич. Да, здесь... Ну, Брайтон-Бич сильно изменился, если честно. Да, если раньше он был... не изменился, если честно. Не, он внешне не изменился, он изменился по своей атмосфере. Ну, сейчас, да, сейчас там, конечно, там... Сейчас больше там, по-моему, как этот, Киргизстан, Казахстан и уже не, даже не русский какой-то район. Да, он изначально никогда не был, это были всегда Советского Союза, ну, типа люди русскоговорящие. Там я понимаю, но это всегда все равно писалось Russian, Russian Store, Russian Bookstore. Из-за того, что американцы не знают, да, всех нюансов, ну, поэтому это так называли. Ну, хотите так. Хотите ну, по-другому. По факту оно так. Ну, правильно. А что, любой человек, который... Во сколько вы в Америке находитесь? 6 лет. Ну, вы студент еще. Вы еще, как говорится, только начинаете понимать, что там происходит. Да, вы что? Вы настолько хотите сказать, что я не разбираюсь в том, что сейчас происходит? Не, вы, может, разбираетесь, в чем сейчас происходит, но вы только начинаете понимать жизнь в американскую. Поверьте мне на слово. Ну, ладно, это всегда так. Вам, пятилетка, вам, да. лет до 5 это еще, как говорится, как сказать, вообще турист. А потом более-менее человек начинает сталкиваться с жизненными проблемами, с системой. И тогда уже приходят совсем другие понятия. А за 5 лет как бы что мы делаем? Тогда? Не, ну 5 лет, может, вы тоже, конечно, обильно жили очень бурной жизнью. Ну, не думаю. Это всего лишь ваши предположения. Это мои предположения, согласен. Черт его знает. Может, вы за эти 5 лет успели поменять 10 работ, побывать где-нибудь, быть арестованным, попытаться где-то что-то зарегистрировать и так дальше, и так дальше. Побывать в больницах, побывать в разных больницах. Может, вы даже успели побывать в каких-нибудь нестандартных ситуациях, столкнуться с правосудием. Черт его знает. Может, вы и успели. Ну, обычно... Да, да. Понятно. Ну, у вас-то дома стиральная машинка есть? Дома где? Ну, в апартменте. Вы в апартменте живете? Дома внизу есть. Внизу, есть. Вот видите. На... Где лабио. Ну, то есть ландри где у вас, да, там? Ландри Марта, или как он у вас называется? Ландри Рум. Ну, да. Не, просто вот в Украине очень принято жалеть русских, что у них стиральных машинок нет и тому подобное. А я вот пытаюсь сказать, что в Америке, особенно в Нью-Йорке, вообще мало у кого есть в доме стиральная машинка. Нельзя. Да, нахрен не нужна дома вообще. Конечно, не нужна. Просто нельзя. Не да знаю, нельзя, вы... нельзя. Че? Не, лейте. Вы же сами знаете, ни один менеджмент вам ее не одобрит.
Потому что вы должны ходить, стираться в стиральную комнату эту и платить денежку. Это же американский продуманный бизнес. Так, все довольны, я не знаю, не вижу никаких причин или проблем. Как вам сказать, довольны? Они просто сделать ничего не могут. Довольны. У меня вот есть друг в Нью-Йорке. Так вот, он маме, как говорится, по частям заносил стиральную машинку, потом собрал, он просто может это делать. Небольшую, маленькую, чтобы хоть как-то мама там что-то стирала. Не дай боже, увидит кто-то что-то, будет кобздец. Но ведь это так, правда. А стереотип, видишь, об американцах, которые живут в Америке, что все живут в домах с бассейном, и все кобздец как это. А выясняется это все, что не так совсем. Ну да ладно. А вы откуда сами? Как мы будем так жить? Ну все, возвращаемся в Рашку тогда. А, кстати, очень вам советую. Да, здесь можно стиральную машинку ставить в любом апартменте, представляете? Да. Че, серьезно? А что там насчет свободы слова? А насчет свободы слова здесь гораздо больше свободы слова, чем в Америке. О-о-о, отвечаю. Вам ну давайте, давайте пример. Какой свободы вам слова не хватает вам в России? Вот вы же чисто вот прете, да? Вот вы начали так закругливо. Знаете, вот самый расист это вы, получается, да? Вот так закручивается, типа туда-сюда. Вот свобода слова, как вы можете сказать, что в России есть свобода слова? Потому что и мне есть с чем сравнить. О, с чем сравнить? С Америкой? Да. Да ладно. Да, в Америке, например, представляете, вас предыдущий президент даже был заблокирован в Фейсбуке. Знаешь, вы хотите сказать, это свобода слова? Если ты сейчас напишешь правду, какую-нибудь правду, в том же мордобуке, в Фейсбуке, то есть, да тебя не то что забанят, тебе еще и штрафуют. Если ты сейчас попытаешься хоть да, что-то вякнуть... Подожди. Есть пруф? Конечно. Этого. Конечно. Спроси предыдущего штраф, президента. Он пострадал от того, что он в свое время пытался что-то написать? А людей, которые пытались его поддержать, до сих пор судят и преследуют. Это что, свобода? Это не считается. Это другое, да? Да, конечно, блин. Вы слишком хорошо все знаете. Да, вот именно, я слишком хорошо знаю. У нас уровень, да, я еще молодой, вы слишком умный для меня. Ну, извини, подтягивайся. Или ты хочешь, чтобы я опустился до твоего уровня, что ли? Нет, не хочу. Слава богу, что я тебе попался. Подтягивайся. Завис? Да ты давно завис. По-моему, такой, как ты, вообще никогда уже не развиснет. Это называется уже все. Так же, как и в компьютере. Надо не только операционку менять, вообще жесткий диск менять. По-жесткому, в смысле. Ой, блин. Вот еще один представитель иммиграции, да? Вот он такой гордый, он в Америке живет, в Нью-Йорке. У него реально стиральной машинки даже нет. Хохлы, главное, везде там орут, что там русские солдаты тырят стиральные машинки. Блин, да отправляйте вон куда, в Нью-Йорк отправляйте. Причем, что в свой украинский Нью-Йорк отправляйте, что в Нью-Йорк, отправляйте. Там реально у людей нет стиральных машинок. Потому что многие апартменты, у них четко прописано, когда арендуешь этот апартмент или еще что-нибудь, что ты не имеешь права даже купить стиральную машинку и у себя поставить. Ты должен ходить в эту, блин, комнату, как он сказал, внизу, где все стираются там вот в этой вот laundry room. Естественно, за деньги. Мало того, что деньги, представляете, да, вот вы тоже свои, как говорится, личные вещи туда же, где кто-то там вот только что тоже стирался и так дальше. Вообще вся эта... Ну и удобно, типа. Ага, кому тебе, что тебе удобно-то? Или, блин, кинул свою стиралку, да, и пошел кофе пить, как говорится, или еще что-нибудь. Или, блин, нафиг идешь туда. А он пытался хоть раз посчитать, сколько времени он тратит там, сидя. Раньше, как, кстати, еще хотя бы можно было, как говорится, закинуть вещи и уйти, прийти, потом их забрать. Никто бы их не взял. А сейчас мало того, что их кто-то может стырить. В связи с тем, что еще есть иногда очередь, ваши вещи постиранные могут тупо выкинуть, как говорится, куда-нибудь в угол. И ты придешь такой, ну, если чуть-чуть задержался, и увидишь свои вещи, валявшиеся где-то, которые валяются где-то в углу, по которому уже топчутся, ну, скажем, не очень белые люди. Или, да и те. Сейчас это нормально стало там.
Ой, господи боже мой, ну никогда не признается. Ну как нет, блин, нафиг. В России все плохо. О, с головой у вас все плохо. Жалко мне вас. Ой. Ну а я что хочу сказать на этой ноте. Народ, я позвонил своим знакомым, мне вроде бы опять открыли мой основной канал, потому что после всяких терзаний и тому подобное, вроде бы я это добился, но вдруг я столкнулся с одной интересной штукой. Я вижу, вместо того, что идут подписки, идут мощные отписки. Я не думаю, что таким, ну прямо уж сотнями от меня отписываются люди. Вроде бы я не настолько, ну совсем уж гадкий, чтобы так сотнями отписываться. Пожалуйста, перепроверьте свои подписки, потому что YouTube явно что-то мутит против нас. Против нас, тех, кто особенно, как говорится, ну рассказывает правду. Вот. И подпишитесь, если что, проверьте свою подписку, потому что монетизации-то там все равно нету, но это очень сильно влияет на стабильность канала. Вот. Чем больше подписчиков, тем все-таки им тяжелее потом снести тебя. Поэтому, кто не подписался, подпишитесь. Кто подписался, пожалуйста, проверьте. Может, там колокольчик какой-нибудь поставить или еще что-нибудь. Вот. Ну и все такое. Кто меня поддерживает, вам огромнейшее спасибо. Я пока еще до сих пор под Питером. Ну, так уж получилось. Потом как-нибудь расскажу. Не очень хочется делиться неприятностями. Но я не сдаюсь, борюсь, все нормально. Вот. И как-то так. Ладно, идем дальше. Russian USA Radio.